трем подписчикам и гостям. Я Джетли, и сегодня я покажу, как снимать с волос ринги. Для начала вы должны найти вот такую штуку, которая есть в ринге, вот эту вот. И взять лоскогубцы или что-нибудь в этом роде и очень аккуратно постараться, короче, себе ничего не повредить. Надо расплющить ринку. Она мне чуть не плющится. Давайте я подойду поближе, чтобы нам всем было это видно. Вот так вот наращивают волосики хорошие люди. Вот она. Все, видите, с пряди слезает. Ее можно, нужно расплету сейчас косу и это покажу. Вот, собственно говоря, у нас, по-моему, вот, да, вот это вот. Видите, сползла от корня туда, да. И потом можно просто делать так и вынимать, вынимать, вынимать свою прядь. Все. Только со мной она уже запуталась воедино. Вот так вот. Если я сегодня всех, все ринги сниму, то покажу видео, то покажу, как я буду без ринг ходить. И еще тогда выпущу видео, как ухаживать за волосами, чтобы они, по крайней мере, стали крепче и не сыпались. Ну вот, в общем, как-то так выглядят мои волосы после снятия брейдов. Мне кажется, вообще это самый безопасный способ наращивания волос. Особенно если сравнивать с кератиновой капсулой. И... как же это? На ринге, на трессе, ну вот... Знаю, знающие люди, которые наращивали себе, поймут. Вот, и сейчас я буду восстанавливать свои волосы, чтобы снова... Вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.